Доброго времени суток. Меня зовут Сергей Чураков, и в этом видео я вам сейчас хочу показать результаты раскрутки своего сайта за последние 2 недели. Данный сайт я не раскручивал. Это мой молодой сайт domlen.biz. На сегодняшний день он по версии Алекса находится, как вы видите, на 2-миллионном месте, 638 267 место, да? То есть вот на таком месте. Идет продвижение в России. Обратите внимание, 97% из России трафика идет. Как вы видите, что мы тут... Больше тут ничего особенного не видно. Теперь, что было 2 недели назад? 2 недели назад по версии Алекса я вот делал скрин. Я делал скрин вот Алекса. Вот мой сайт domlen.biz, он находился на 24-миллионном месте. 2 недели назад, то есть данный скрин был сделан 15.04.2015 года. Сегодня 29.04, то есть прошло как раз 2 недели, ровно 2 недели. Да. Далее, в чем же секрет данного успеха? Секрет очень простой. Я использовал для продвижения инструменты компании Access Marketing. У меня сайт находится на платформе AdView, то есть вот на вот этом инструменте Access Ads. Вот мой сайт domlen.biz, то есть я начал рекламную кампанию. На сегодняшний день давайте посмотрим, что здесь есть. График идет, то есть идет показ 30 рекламных единиц в день. Impressions – это показы, посещаемость. Неделю назад у меня стояло 25 единиц. Он как раз продвинулся с ног на, ну, где-то на 4-миллионное место. Я в одном из чатов, ну, я во всех чатах писал. Значит, один из моих новых сайтов за неделю обогнал более 20 миллионов сайтов. С 27-миллионного места поднялся на 4-миллионное место. Это было как раз данные на 21 апреля, то есть спустя неделю. Он пролетел 20 миллионов. Спустя еще неделю он обогнал несколько миллионов. То есть чем ближе мы к единице, тем... выше конкуренция, и тем, конечно, сложнее будет продвижение. Далее, давайте посмотрим, что здесь за циферки. Бюджет, то есть я выделил 20 тысяч рекламных единиц, так называемые iCredit. Это внутренняя валюта, с которой мы расплачиваемся с компанией Access за продвижение. Данные единицы можно только приобрести на сегодняшний день. Раньше, ну, последние 8 лет можно было их заработать, теперь только... купить. Можно купить у компании Access эти рекламные единицы, а можно купить у партнеров компании Access. Партнеров очень много, более 500 тысяч человек по всему миру, поэтому ищите партнеров компании Access, договаривайтесь с ним, потому что компания напрямую не продает рекламу, в отличие от Google, в отличие от Яндекса. Компания Access является прямым конкурентом того же Яндекса, того же Google, потому что здесь есть также собственная поисковая система access.com, которая, в отличие от Яндекса и Google, платит за поисковые запросы. Как платит, смотрите в одном из моих видеороликов. Я на этом сейчас останавливаться не буду. Данный видеоролик про рекламу, про результат. Давайте рассмотрим подробнее, что же здесь дальше. Дневной лимит, то есть каждый день из этого бюджета 30 рекламных единиц списывается. Ставка 1, то есть это как конкурентная ставка есть у Яндекса, конкурентная ставка есть у Гугла и также на других поисковых системах. Кто, если выше ставка, значит больше это стоит, больше стоит показ, значит больше будет тратиться рекламных единиц. Показы. На сегодняшний день за 2 недели было произведено 417 показов. Осталось еще очень-очень много, но результат уже говорит о очень многом. То есть уже сайт находиться стал во всех поисковиках, уже началось движение. Движение происходит одновременно во всех поисковиках и во всех каталогах.
Главное, чтобы сайт был там зарегистрирован, и если сайт адекватный, если там прописаны ключевые слова, если там прописаны заголовки, то есть ну, много факторов, влияющих на продвижение сайта. Главный фактор, на мой взгляд, это, конечно, конструктор и хостинг. То есть, если вы используете правильные инструменты, то ваш сайт просто взлетает очень быстро. На мой взгляд, такой результат является серьезным. И давайте я покажу вот здесь более подробно. То есть, что я настраивал, как я настраивал. Название рекламы мы указываем. Описание рекламы, заголовок рекламы. Заголовок и название рекламы можно сказать одно и то же. Здесь мы указываем URL. Что такое URL? URL это вот это URL называется, то есть доменное имя. Язык рекламы русский, целевая аудитория. Здесь мы указываем неограниченное количество ключевых слов. Все, что есть, все запихиваете. Можно вот так нажимать «Добавить» и много-много-много. На цену ключевые слова не влияют, в отличие, скажем, если пойдете рекламу давать в Google либо Яндекс. Там за каждое ключевое слово вы будете платить деньги. И чем в зависимости от, скажем, частотности слов, слова будут дороже либо дешевле. Ключевые слова на том же Google достигали, я знаю, и 350 долларов за клик. Дальше выбираете страну. Как вы видите, у меня страна Russian Federation и Казахстан. Как вы видите, на Алексе у меня трафик идет из России. То есть я указал Россию, значит, у меня идет Россия. Из Казахстана, видимо, маленький трафик идет. Ну, ничего страшного. Мне главное на России. Далее. Расписание и бюджет. Баланса и кредитов – это то, что у меня еще есть. Я могу сделать очень мощные рекламные кампании любой вообще фирмы, пришедшей в интернет. То есть это очень много рекламных единиц. Текущий рекламный бюджет – это то, что осталось. То есть я здесь указывал изначально 20 тысяч рекламных единиц. Ежедневный расход изначально было 25. То есть 25 – это вообще минимальная планка, с которой начинается рекламная кампания. 25 рекламных единиц в день. И ставка един. Компания, конечно, нам рекомендует среднюю ставку 4, но я вижу, что есть посещаемость даже при ставке 1, поэтому оставил единичку. Если бы у меня график посещаемости начал бы падать, либо его не было, я бы поставил ставочку побольше, ну, конечно, больше бы рекламных единиц было потрачено. И обзоры рекламы, здесь общая сводка тех настроек, которые я выставил. То есть название, заголовки, описание, текущий бюджет, стоимость, ставка, ежедневный расход, ключевые слова, страны, сайт, язык рекламы и снапшот. Если вас заинтересовала тема продвижения вашего бизнеса в интернет, то есть обратите внимание, я еще раз покажу изначально у меня, вот видите, то есть вот я как говорил, 25 рекламных единиц в день было изначально. Да? То есть с 24-миллионного места, с 24-миллионного места за 2 недели сайт продвинулся на 2 миллионное место. 2,5. Это очень серьезный показатель. Это очень быстро, очень мощно. Что там сделано, какой секрет, я вам рассказывать не буду. Это секрет компании. Но ротатор компании работает очень мощно, как вы видите, по факту продвижения. Этих результатов очень много у наших партнеров. Поэтому, если вы хотите раскручивать свои бизнесы, ищите партнеров Access. Ищите партнеров Access, обращайтесь к ним, ставьте рекламу вот так на нашу платформу AdView. Вот сюда ставьте, на AdSites. То есть благодаря вот этому инструменту вы как раз можете получить реальные результаты продвижения. Главное, чтобы у вас сайт был правильно оформлен. Правильное написание, то есть правильное юзабилити. И тогда у вас будет все очень-очень хорошо. Если вы хотите проверить мой сайт, то есть вот этот сайт,
Этот сайт сделан на одном из конструкторов, находящихся на хостинге Access. Видите, как хитро сделано. То есть вот так. Вы можете перейти на ссылочки под этим видео. Будет ссылочка на этот сайт, проверить его, как он выглядит. Естественно, дизайн я еще буду менять, потому что этот дизайн меня не устраивает. Все тестирую. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под этим видео. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!